Желаю мира и приятного просмотра. С вами Эц Кабаровский. И сегодня я с каналом Дневник Еврея. Пришли попробовать Макдональдс. Тут появился у них новый бургер. Биг Канзас с горчично-огурковым соусом. Это походу новинка. Да. Да. Мы сейчас затестим, потому что он походу только вышел. Здравствуйте. А Биг Канзас когда у вас вышел? 12-го? Да, ага. Ну давайте нам его. Два? Давайте два меню. Меню. Ага. Мне сказать, например, на меню хочешь фри? Мне с фри. А тебе? А дипы можно? Мне дипы. Дипы будешь, да? Так. На пике и будем. Кола? Кола. А, нет. А есть спрайт. Есть спрайт. Кола и спрайт, да. Так, и соус. Мне, пожалуйста, сырный. Тебе соус? Да. А это входит? Нет, это платно. Я без соуса. Хорошо. Ты на меня, да? Да. Доктор Егор, уважаете на десерт? Нет, спасибо. Что? Печенье. Ваше меню нет, два бихаза с меню. Дипами с фри, кола, спрайт, с соусом. Да. 284 гривен. 135, да. 135. Да. Ага. Найдется 9 штук, 3 кетчупа, лимонад, кола, зеро без сахара, сметка, 150. Ага, я тебе 15 даю. Да. Деньги как вода. Да? Это 5 рублей? Это 5, 5 копеек. А что предлагали? Какой-то макфлури? Спасибо. Макфлури какой-то. В общем, а предлагали нам вон, видишь, фьюри Орео с печеньем, 45 гривен. Это мороженое. Хочешь? Нет, я сегодня с утра два мороженого съел. Соус уже стоит 9 гривен, раньше был 8. Нет, дорого. Спасибо. Спасибо. Саня, в общем, все. Пошли садиться вон. Куда? А вон место свободное есть. Короче, упаковка, как всегда, Big Tasty у них. Ничего не меняется. Экономия полным ходом. Могли бы хоть и обновить и упаковку, да? Ну да. Радостную сделать. Ну хотя бы убрать вот эти, и там чисто бекон, какую-то наклеечку, да? Да. И все. В общем, ребята, короче, это вы все знаете. И понимаете. Это, подожди, это стандартная картошка? Да. У нас это самая большая. Даже такого размера нет. Серьезно? Да, мне жена даже сказала, что у вас картошка огромнейшая. А чего так? Ё-моё, лёг положили. А тут надо говорить, чтобы без льда, потому да. Что они автоматом кладут лед. И соус. Недавно еще брал, был по 8 гривен. Уже по 9, прикинь? Дорожает. Да. Ты, кстати, такой же тоже не ел бургер? Нет, это новинка, только вышел. Новизна. Да. А ну-ка, надо как-то открыть. Что-то надо у меня не получается. На голову камеру. Да. Тоже не получается. Угу. Сломать эту систему. Как у Толяна Маркина. У Толика тоже. Слушай, а может быть это только в их городе? Да. Нет, такого это не по бывает. Всей сети, да. Да? Это же Макдональдс все-таки. Это, наверное, по всей Украине. Зачем покупать сегодня соус? Если Серега купит его. Да, тоже верно. Идея, да? Да. Настоящий еврей. Так. Ну, давай-ка. Да, конечно. Наверное, к бургеру. Да. Картошку потом доедим. Ну, кстати, Big Tasty на 2 гривны дешевле. Это не такой, который я брал? Не-не-не, это новый. Ты уверен? Угу. Да. По виду такой же. Открывай его. Показывай, что там. Итак. Сыр. Видишь, тут огуречный соус. Да, огурцы горчица. Перемололи. Да. И горчица. А тот по-другому назывался. Тот назывался... Биг Барбекю. Да, Биг Барбекю. А этот, типа, американский. Он называется Биг Канзас. Ну что, отличается? Ты же пробовал совсем недавно тот. Как отличается. Тебе? Отличается, да? Угу. Здесь сыр другой. В смысле другой? Чеддер. А, я понял. И что, вкусно? Или так? Вкусно. Вкусно? Ну, какой лучше? Вот тот, что ты раньше пробовал, или вот этот? Примерно равны. Да? Да. Но у этого вот огуречный соус мне заходит больше. Потому что что-то новое. Да. Это как в Хэсбургере. У них там у всех огуречные соусы. Да? Мне понравилось, что, знаешь, это что-то необычное. У нас мало разных новинок. А я когда попробовал, меня жестко обрадовали. Это ж какая сеть? Какой страны? Америка. Американский он? Вот этот американский. Не, это да, Хэсбургер. Финский, вот. Финцы красавцы. У нас их только 3 и то. До двух там доехать нереально.
Так, в общем, тебе нравится. Ну, от Big Tasty отличается? Конечно, попробуй. Соус абсолютно другой. Угу. Попробуй. Ребят, в общем, смотрим, что тут нам положили. Короче, огурец, лук, кетчуп, потом бекона два кусочка, сыр чеддер и снизу тоже сыр. Я, кстати, Big Tasty очень жестко люблю. Тут другой соус. Угу. Абсолютно не похож на Big Tasty. Чуть повыше. Пока мы чуть-чуть повыше, то мне кажется, вот так надо. Слушай, он на вкус совсем другой. Может, это из-за соуса? Из-за соуса, скорее всего. Угу. Вкусно. Вот соус. Огуречно-шишный. Да. Он называется американский. Прикольно. Но он топ. Соус прикольный. Угу. Мне нравится больше, чем Big Barbecue. Намного больше. Да? Угу. Я просто его тоже ел. Прям очень круто бургер. Обычно всегда на новинки, ты же не смотрел мои обзоры именно на Макдональдс? Нет. И я всегда на них гоню, потому что новинки у них всегда ни о чем. Но тут более-менее. Огурец выручает. Угу. Из-за этого соуса он немного отличается. Да. Давай, ты тоже будешь кушать, а то я все занял. Человек не может нормально поесть. Кухо. Я под дипом отрываю. У вас же их нету, да? Нету. Но у нас в Украине хоть наедайся. Может, появится у нас. У вас есть другая картошка. А? По-деревенски. А у вас нету? М-м-м. В этом и отличается. А раньше у нас была. Ну, это прям топ. Да, тебе вкатил? Очень вкатил. Потому что Big Tasty мне уже реально приелся. А это прям шикарный вариант. Все-таки лучше, чем мы хотели пойти в крафт-бургер, который там был. Ты видел эти бургеры? Там очередь небольшая, конфеты, видно, что они популярны. И не поменьше какие-то. В общем, не прогадали, что пришли за новизной. Оказывается, в Херсоне Макдональдс есть. Угу. Мы думали, что... Странно. Нет. Мы думали, что тут ничего нет. Нашли, один есть. У меня весь соус вывалился. В других бургерах не вываливается, потому что его кладут не особо много. Когда в частях кушать этот соус, он слишком ядреный. Ого, кислый. Да? Уксус чувствую. Угу. Уксус. Уксуса много. Горчица. И много огурца. Это мне напомнило, у KFC есть такой бургер за 65 какой-то. Вот с таким же горчичным соусом. Ага. Горчица ешь, вот такая же кислинка. Ну а по дипам, что ты скажешь? Прикольные штуки. Прикольные, да? Ну потому что у вас их нету. Да. Вот, только из-за этого. Ну котлета походу в этого Big Tasty, наверное, такая же. 100%. Да? Точно так же обжаренная. Просто из-за этого вкуса оно кажется, что она немножко если другая. Если честно, им бы котлету потолще, да? Да. Вот тонкая. Слишком тонко. Потому что цены у них дорогие. Дорогие. Да. Дорогие цены. Вот, допустим, мы смотрели в этом даже крафт-бургере. Ой, сори. Там цена намного меньше в половину. Да. Ну, там, конечно, бургеры мини. Вот такие. Нет, это чувак мини взял. Там за 50 вот такой бургер. Ну, в общем, я доволен, что я попробовал новинку. А ты? Надо пробовать. Да. Надо всегда все пробовать. А может это только в этом? Она потому что ты спрашиваешь, давно у вас, она что-то говорит 2012 года. Ты же можешь пойти переспросить. А то вдруг, прикинь, это только в Херсоне. В Херсоне не было Макдональдса. Ну, только вот когда этот торговый центр построили, первый Макдональдс появился. Это точно. Видишь, картошка даже не чищенная. Ты можешь пойти поменять. Почему? Ну, потому что огорелая, если не хочу это есть. Это дипы. А они такие должны быть? Да, да, у них куски, как бы, это, шкура. Она, может, 12 числа имела в виду? А, да. Вот, так это свежак. Поэтому мы и не видели. Да. Потому так что я прилетел к тебе, мы 11-го были в Макдональдсе. Вот. А тот убрали, походу, бил. Ага. Да, не было. Потому что я на него нагнал. Его и убрали. А я успел на него обзор делать. Так что, кто не видел обзор на Big Barbecue, переходите ко мне на канал, ищите, да, там есть на Big Barbecue. Ссылка в описании. Ну, Big Barbecue похоже, но только вот нету вот этого горчичного огурцов. Там соус другой какой-то. Да, другой соус. А так все то же самое, походу, да? Там соус как в обычном бургере. Да, он мне вообще похож на гамбургер обычный. Да? Да, только увеличено. Наелся? Супер. В принципе, бургер хороший, мне понравился. Я его оценю по 5-бальной на 4 с плюсом. В принципе, но котлета, как ты говоришь, хотелось бы побольше. Но это же маг, он же не будет делать. Нет, такой принцип, что они делают так. Да. Котлеты. Они же не будут слушать нас. Нет, поменьше. Это очень, типа, масштабная организация. Так что переходите к Сане на канал, у него там тоже есть бургер. Big Barbecue, да? В общем, смотрите,
Подписывайтесь на канал обязательно. Пишите в комментариях, какие бургеры самые нормальные, что в Украине есть хорошее, что можно попробовать. И вообще высказывайте ниже свое мнение. До новых встреч, друзья. Всем пока. Мира и приятного просмотра. Пока-пока.